сильно волнуетесь? Очень сильно. Почему? Ну, не впервые же. Потому что конкурс вообще, он же региональный, там, краевой, и очень много участников, которые достойны тоже выиграть и получить эту победу. Татьяна Кочелаева – выпускница техникума техносферной безопасности. На сцене она легко справляется с задачей – за 30 секунд надеть полный комплект пожарного. Когда застегнешь, стоп! Так, я с вашего позволения подойду поближе и покажу. 29:54. В 30 уложилось? Татьяна мечтает тушить пожары, но в России это не женская профессия. Зато девушка может сделать сердечно-легочную реанимацию и спасти человека при клинической смерти. С одним из таких случаев Татьяна столкнулась на практике, когда пожарная бригада выезжала по тревоге. Алгоритм, это все очень просто, если хорошо вникнуть, но когда у нас опасная ситуация, пожар, тут человек без сознания, все, конечно же, намного страшнее и сложнее. Теряешься и не знаешь уже, что, блин, может быть, убежать уже. Но так как у нас специфика работы такая, что спасение, предотвращение, вот, поэтому мы и не теряемся. Александр Безруков – студент торгово-экономического техникума. Уже работает бренд-шефом в сети хабаровских супермаркетов. Готовит с 2 лет. Тогда он впервые нарезал овощной салат. В приоритете – приготовление стейков. Любит кормить людей. Когда готовишь, получаешь от этого страсть. А когда человеку выносит твое блюдо, он получает от этого удовольствие, и тебе на душе приятно. В техникумах и колледжах Хабаровского края учатся больше 30 тысяч студентов. 300 из них в этом году приняли участие в региональном конкурсе «Лучший выпускник среднего профессионального образования». В финал вышли 15 человек. Проблем с работой у них не будет. Им уже готовы платить больше, чем другим новичкам. Мы уже сегодня общались с членами жюри, что сегодня уже хотят как минимум 3 предложить работу и переманить их для того, чтобы они приняли правильное решение в сторону того или иного работодателя. Они сказали, что они готовы предложить лучшую заработную плату и карьерный рост. По итогам конкурса победителями стали 4 выпускников. Наталья Чернышова и Андрей Терехин. Смотри Хабаровск.